Торговые ряды в 1,5 километра и 7 тематических площадок. Каждый район Минской области представит оригинальные подворья на празднике тружеников села в Мяделе. Кроме этого, гостям предложат продукцию на рыбной ярмарке. Для любителей чая развернется фестиваль «Дивные травы». Секретами ремесел можно будет поучиться в городе мастеров. За событиями в Мяделе можно будет следить онлайн. На улицах заработает бесплатный Wi-Fi. 4 современные новостройки возведут в Вилейке. Строительство по планам городских властей улучшит демографическую ситуацию в райцентре. А сам квартал получит комфортное обустройство с парковками для велосипедов, спортивным полем и детской игровой зоной, сродни столичным стандартам. Хозяевами квартир станут более 140 семей. Открыть швейное ателье, развивать органическое земледелие, создавать национальные сувениры. Всему этому могут научить на фестивале сельского бизнеса в агрогородке «Колодище». Проект призван подтолкнуть новичков заняться собственным делом, а приглашенные фермеры и ремесленники гарантированно зарядят вдохновением. Антивандальные тренажеры, горки и качели, беседки и скамейки. На берегу искусственного водоема в Березино открылось новое место для отдыха. Оборудовать площадку попросили жители райцентра, но городские власти пошли дальше и на следующем этапе планируют оснастить зону энергосберегающими фонарями, а для безопасности – системой видеонаблюдения.